Гафарова Гульнара, 53 года, проживаю в городе Уфе. Вы знаете, что болезнь не выбирает, она приходит сама. Ко мне она пришла 8 лет, и с тех пор я всю жизнь как будто просидела в кустах крапивы. Это было очень неприятное ощущение. И надеялась, искала методы лечения, всю жизнь лечилась, но бесполезно, все хуже и хуже. Потом в результате я все равно думаю, можно победить болезнь. Таким образом, помните, мы вчера рассказывали, что вы даже платье с коротким рукавом. Да. Это мне приходилось закрываться. Эта болезнь вызывает депрессию, вызывает комплексы, рождает комплексы. Но не в моем случае. Я вышла замуж и хочу сегодня поблагодарить своего мужа за то, что он ни разу в своей жизни, в моей, вернее, жизни, не упрекнул меня в этом. И я... Встали? Встаньте, пожалуйста, пожалуйста. Не слышал? Не слышал своего благодарности в свою адрес? Вот. Хочу сказать, что... Значит, что вы нашли? Смотрите, в очередной раз, когда я уже получила сильнейшее обострение, в этот момент я встретила Гульдару Гульну, которые мне предложили... Благодаря им я прошла концепцию здоровья. Благодаря им я пропила антипаразитарки, сидела на жесткой диете. И хочу поблагодарить Гульдар, что она мне здорово помогла в течение 6 месяцев вела за собой. То есть находила такие слова благодарности, хочу сказать ей от себя, что вселила веру и надежду. И на самом деле, поверьте, будет дано. А через сколько вы уже получили свои первые результаты? Через месяц. Началось улучшение, но были несколько обострений. Поэтому это не все сразу дается, потому что очень продолжительное время. Так. Как сейчас себя чувствуете? Я абсолютно здорова. Хочу поблагодарить Гульдар. С ее помощью я теперь могу одевать свои платья любимые. Умничка. А депрессия сейчас есть? Нет. Я чувствую вас с мужем, да вообще дома теперь веселуха, да? Летайте! Ручки показывайте всем! Конечно. А теперь подаем в стороночку. Будьте добры. Давайте посмотрим, что у вас было раньше. Вот. Сколько разница между этими фотографиями? Это полгода. Друзья, самое основное, что сказала сейчас наша выступающая о том, что она начала пить. Немножко стало лучше, но... Потом началось обострение. Вы знаете, многие на этом этапе бросают, они ломаются. Они говорят, что ой, все, это не мое, это не работает. Друзья, она 8 лет билась головой об стены. Она искала любые способы. 40 лет. А, 40 лет, ребят, 40 лет с этим заболеванием, 40. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что она не бросила. А продукт наш работает следующим образом, если кто не знает. Вода наша самый лучший диагноз, и она устраняет все проблемы. И она доходит до причины. А когда она доходит до причины, у человека 100% идет обострение. Когда идет обострение у человека, лично я говорю, прекрасно, я тебя поздравляю, продукт работает и результаты будут. Я уверена, что то же самое говорили вам наши наставники. Да, да. Все, спасибо большое.